Прямо сейчас на ваших глазах творится таинство ритуала. Это ритуал воссоединения с источником души человека. Когда душа не получает необходимую энергию от нашего истока, она становится слабой, не хочет жить, начинаются различные депрессивные состояния. Конечно же, есть причины тому, когда душа теряет эту связь с истоком. Она может потерять ее по разным причинам, но зачастую это причины именно религиозные. Когда человека отрывают от истока, отрывают от изначалия и посвящают в религию. И тогда человек перестает питаться энергией, живительной энергией от нашего источника, и его блокируют религиозные печати. Дают ему совсем немного энергии, чтобы он продолжал их кормить, и существовать. Также есть и другие причины, по которым душа может потерять эту связь, но ее необходимо восстанавливать для того, чтобы жить полноценной жизнью и для того, чтобы душа могла пройти свой путь на земле. Это очень важно. Ведь наша с вами жизнь — это путь души, который нужно ей пройти. И если у вас не будет на это энергии, то вы вряд ли сможете исполнить все свои задачи на воплощение, да и вообще жить полноценной жизнью. И именно сейчас, не зря здесь вот такой вот подсвечник в форме лотоса, яйцо и фотография человека, с которым сейчас я работаю. Происходит этот самый ритуал воссоединения с источником души человека. Это очень серьезный и глубокий ритуал, когда ваша душа снова подключается к ресурсу изначальной силы, к ресурсу истока и получает энергию от него, напитывается этой энергией. И потом всю эту силу, всю эту живительную, мощную энергию вы можете направлять на получение того, что хотите. На исполнение своих задач в жизни, на исполнение своих желаний. Ведь вспомните сами, чего может добиться человек, который слаб, который не имеет энергии, который ничего не хочет, у которого нет ни на что сил. Сравните, сейчас приведу такой пример двух людей, спортсмена и человека, который ведет образ жизни лежачий и сидячий. Кто добьется большего? Кто сделает больше действий за день? Кто добьется больших целей? Конечно же, тот, кто постоянно прокачивает свою силу. Конечно же, тот, у кого есть эта энергия. А если ваша душа не получает долго-долго этот ресурс, то ей очень-очень сложно заставить что-либо себе делать. Поэтому даже когда вы начинаете получать эту энергию, допустим, вы проходите обряд крашения, вы начинаете ее получать, вам поначалу может быть сложно для того, чтобы начать что-то делать, да, заставить себя двигаться по жизни, потому что ваша душа, она в целом не привыкла к этому, и вы жили как придется. Вы не получали энергии, а сейчас вы начинаете ее получать, и этот ритуал, он тоже помогает, воссоединяет вас с источником, чтобы вы могли получать эту силу, получать эту энергию. Вы наполняетесь ею, ваше тело наполняется ею, ваша душа наполняется ею. И вы начинаете действовать и творить. Это совершенно новое состояние, состояние, не присущее тем людям, которые привыкли полагаться на волю религиозного Бога и страдать. Это состояние именно для тех людей, кто хочет быть хозяином своей жизни, кто считает, что он достоин лучшего, что он достоин большего, чем у него есть, что он может получить в этой жизни все. Ответьте себе на вопрос, чего вы достойны, чего вы хотите. Вы считаете, вы можете получить в этой жизни все? Вы достойны того, о чем вы думаете? Если да, то вы должны понимать, что для того, чтобы достичь ваших целей, вы должны действовать, а не сидеть на диване, сложа руки. Значит, если вы это все осознаете, то вы сейчас прямо встаете и начинаете действовать. Хвалите себя за каждый свой поступок. Хвалите себя за каждое свое достижение. Идете к своим целям.
И, конечно же, помните о том, как важно следить за своей душой, за своим путем и за своей энергетикой. Если вы чувствуете признаки слабости, если вы чувствуете то, что ваша душа не получает энергии от истока, что у вас мало сил, что вы хотите получать больше энергии, больше силы, мы можем вам помочь и провести вам этот ритуал, чтобы вы наполнялись силой и энергией от истока на свои благие цели. Если у вас постоянная апатия, недостаток сил, недостаток энергии, этот ритуал для вас. Это очень глубинная работа, после которой вы будете чувствовать себя совершенно иначе.